Следующая номинация – активная позиция года. Активная позиция – это человек, который в работе и в движении 24/7. В данной номинации у нас представлен. Лен, что молчишь? Давай активнее. Активнее. Ну, на самом деле в этой номинации у нас представлены все, потому что мы все очень активные. Но победителя объявит самый активный человек, который активен 24/7. Это Женя Струк. И победителем в этой номинации становится Аня Бондарева. Аня, ты лучшая.